Если хочешь получить крутые скины по дешевым ценам, переходи на новый сайт с кейсами под названием StanCase. Я тут играю и выбиваю скины. Быстрый вывод и большое количество кейсов. Чтобы забрать скин, который ты выбил, скажи специальный код техподдержки, который ты увидишь после открытия кейса. По промокоду KENT ты получишь бонус на баланс. Открывайте кейсы и побеждайте. Ссылка в описании. Приветик всем, ребята, Кент пока на проводе, и сегодня будет очень жестокая и очень напряженная битва. Один ютубер против троих школьников. Вот он я, ютубер от Кента ПК, мало ли кто не знал, потому поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. И против меня трое школьников. Ребята, ну а вы прямо в эту секунду напишите в комментариях, как вы думаете, кто победит. Играем, ребята, только Б или только Лонг, ровно до 5 раундов. И кто победит, тот будет сильнейшим. Ну что же... Продолжаем дальше нашу напряженную битву. Так. Ох, я уже вижу одного мальчика. И я по нему ни разу не попал, он по мне попал. И это очень-очень плохое начало. Опа, минус один, это хорошее начало. Ух ты, Мать моя женщина. Офигеть, пацаны, я убегаю. 33 хп. Да ну. Ух ты, нифига себе. Вот это я раздал. Так. Двоих убил. Блин, ребят, 33 хп. Я почти труп, вы понимаете? Это очень напряженная битва. И черт возьми. Первый раунд за мной. Офигеть. Блин, ну честно, это прям как-то пожести. И школьники... Мне повезло то, что школьники играют плохо. Вот если бы они играли хорошо... Хотя бы на уровне меня, то мне была бы полная жопа. Так, ну что же, продолжаем дальше. 1-0, и Кент ПК побеждает. Это очень-очень хорошо. Такс. Ух, ё-моё, сколько вас там! Нифига себе! Ой, блин. Опа, минус 2. Это, ребят, хорошее начало. Дядя, ну иди сюда, ну не стесняйся, все свои. Обалдеть, пацаны, вы просто как боты. Ребят, да даже ни единая мышца в моей руке не напряглась. 2-0. Блин, обалдеть, как круто. Пишет читер. Да не, ребят, это просто скилл. Вы понимаете, я ютубер, а вы школьники. Вот в чем разница. Ну что же, продолжаем дальше. 2-0. Также у меня есть граната, ща ее кину. Ребят, ловите подарочек от Кента ПК. Вот это поворот. Опа, кидаем дым. Ох ты, блин, ох, со всех щелей лезут. Опа, минус один. Офигеть, двоих убил. Обалдеть, вот эти нагибатор. 3-0. Да ну, как-то вообще легко. Мы, ребят, играем до 5 раундов, но тем не менее... 3-0, лол, камон. Ребят, что-то вы вообще плохо играете. Вам надо взять уроки скилла от Кента ПК. Ну, вы понимаете, да, о чем я? Ё-моё, сколько вас там, да ну в задницу, не-не-не, я лучше пойду вот сюда. Опа, братан, привет. Привет, быстрая жизнь. Happy birthday to you. Опа. Блин, убивают. Ай, убили, но я, по крайней мере, пытался. Ребята, 3-1, но лидирует ваш Кент ПК. Это очень-очень хорошо. Так, ребят, в этом раунде я себе куплю опять АКР и куплю себе одну гранату. Она не помешает, потому что вас счет вообще очень много, прям как муравьев. Поэтому граната лишней не будет. Так. Кто идет на Кент ПК? А ну, кто будет умирать? Мать моя женщина, чем вы все обходите? Рот не в ноги. Опа, минус один. Очень хорошее начало. Ё-моё, стреляют, убивают, насилуют. Нет. Опа, чирик. Минус два. Ну, иди ко мне, братанчик, ну. Сейчас тебе папка покажет, кто тут на скеле. Он тут. Тихонечко, я его видел. Опа! Водила, привет! 4-1. Изи каточка. Ребята, вот обожаю такие моменты. Это просто, ну просто офигеть, как круто. Это даже не передать словами. 4-1. Я один, а их трое. И черт возьми, я побеждаю! Блин, это офигенно. Поэтому вы просто обязаны вот за это поставить огромный лайк и подписаться на мой канал. Ну что же, продолжаем дальше.
так, так, так. Опа, опа, я уже вижу одну жертву. Пацаны, приветик, хэппи бёрсды. Тую, 16 хп. Это очень плохо. Продолжаем дальше. Опа, минус 2. Да ну, да ну. Так. Ребята, возможно, прямо в эту секунду будет победа. Если я сейчас убью последнего. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, 16 хп. Мне нельзя рисковать вообще ни в коем случае. Ай-яй-яй, он там, видели, видели, он тут, за стенкой. Блин, мне страшно, очень страшно. Ай, убил, ну почти 4-2. Ребята, меня от победы отделяло всего лишь одно попадание в голову. Ай-яй-яй. Обиденько, обиденько. Ну ничего, ребят, покупаем наш любимый АКР. И сейчас КНТПК возьмет себя в руки и покажет, кто тут папка. И по непонятным причинам куда-то пропал третий парень под ником Snay Army. Ну мать моя женщина, куда ты пропал? Ну черт возьми. Ну значит это, ребят, easy win. Ой, 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 вот это я рак. Ни разу не попал. Нормально, ФБР. Давай, спокойной ночи, малыши. И, ребят, остался последний противник. И он меня даже не смог убить в спину. Ну, ну что сказать. Изи каточка, изи вин, изи победа за КНТПК. Ребята, пожалуйста, поставьте огромный лайк. Напишите хороший комментарий. И напишите, пожалуйста, в комментариях ваши идеи для следующих видеороликов. Ну а с вами был ваш КНТПК. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.